ты сейчас полетишь, короче. Андрей, берешь Наполи? Чего? Андрей, а Степанюк и Якименко в одной команде играли? В Гранаде они вместе играли? Не, мы с между собой играем, да?
Андрей! Андрей, посмотри! Посмотри! Владимирович! Ты не прав. Что я не прав? Там штрафное было? Штрафное? Штрафное было. Что спорим? Я без повтора тебе скажу. Понял? Нарушение правил, не в штрафной площади. В штрафной площади. Нажали. Нажали. Бить, да? Бить. Быстрее. Так, до свидания со своими спорами. Нет. Нет. Вот когда ты возьмешь. Вот возьмешь Наполи, тогда я поспорю с тобой на жале. Согласен, возьмешь? Фамилия, кто же? Левченко. Вот раз! Синяя. Есть только Левчук. Я думаю, туда, нет? Есть только Левчук. Это он? Подожди, Левченко нет. Только Левчук есть. Не-не, вот возьмешь Наполи, тогда поспорим. Сейчас сыграли 9-3, стало 22-27. Написал уже уведомление? Вид, ты его заезжаешь? Да. Как я могу понять? Зеленый аут. Человек продолжил играть в него. Капец. Третьего защищается. Лево. Центр, 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 и право.
Еще снова! Вит, ты видел уже руку? Нет. Чисто, чисто, чисто. Антон, мне жаль ногами, Антон. Не, в этом без сомнений, в принципе. Тут даже и ты поставил бы, я думаю. Ну, Зайцев не факт, кстати, а вот Лещенко точно. Лещенко, по-моему, никогда не уходит без желтой. Не знаю. А есть еще дух игры? Да. Минута 15. Напомнишь мне, вырежем. Еще один, пойти, пацаны, кто пойдет?
Думаю, нет. А ты как думаешь? Ah!
23. Угловой удар. Уже все время, Андрей, слышишь? 20 секунд. Андрей, ты услышал? Thank you.